История парохода «Челюскин» и операция по спасению его пассажиров – пример патриотизма и отваги. Эта трагедия со счастливым концом потрясла весь мир. За движением корабля следила вся страна, за этой экспедицией следила вся страна. В 1934 году в невероятно трудных условиях Заполярья затонувшего парохода «Челюскин» Молокову удалось эвакуировать на своем самолете 39 человек. Молодое поколение должно знать о земляках-героях, поэтому школьников и приглашают на такие экскурсии, одна из которых на днях состоялась в библиотеке номер 2. Молоков потерял отца в 9 лет, и ему пришлось идти на табачный завод в этом возрасте и работать. Вот, то есть этот человек потом только пошел когда-то в школу, его обучили, он стал таким вот умелым. Интересно узнать много нового, интересно посмотреть фотографии, которые раньше я не видела. За успешное осуществление челюскинской операции Василию Молокову вместе с другими летчиками выпала честь стать первыми в стране героями Советского Союза. В честь легендарного летчика было переименовано село Ирининское, ныне село Молоковское. Я здесь живу совсем недавно, поэтому вся информация для меня абсолютно нова. Экскурсия подготовлена великолепно, безупречно, и такая большая информация так грамотно построена. Библиотека номер 2 на улице Завидной активно сотрудничает с историко-культурным отделом. Организовывает фотовыставки об истории Ленинского округа. В этом году это уже третья экскурсия. Следующая экспозиция будет посвящена Международному дню защиты детей. В нашей библиотеке ведется большая краеведческая работа уже на протяжении второго года. Мы очень тесно работаем с историко-культурным центром нашего городского округа. Совместно с ними проводим уроки мужества. И вот такие выставки. Сегодня школьники еще больше узнали о людях, которые по праву могут считаться настоящим примером силы духа и героизма. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.